Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим, почему нельзя мерить чужое обручальное кольцо. Вокруг свадеб и обручальных колец существует немало примет. Одна из них гласит, что нельзя мерить чужое обручальное кольцо или давать кому-то мерить свое. В первом случае считается, что чужое кольцо, особенно обручальное, перебирает на себя энергетику человека, который долго его носил. И надевая его, вы как бы впитываете эту энергетику. Также существует мнение, что меряя чужое обручальное кольцо, девушка может взять на себя чужую судьбу и повторить семейную жизнь хозяйки кольца или даже вообще не сможет выйти замуж. Во втором случае, давая примерить свое обручальное кольцо, можно отдать свое семейное счастье и благополучие. Особенно не советуют давать его женщинам разведенным, у которых жизнь в браке была несчастливой. Конечно, это лишь примета. Однако обручальное кольцо – это очень личная, даже интимная вещь. И после заключения брака надевать его не стоит никому чужому. Даже во время обряда венчания в церкви батюшка обычно подчеркивает, что кольца нужно беречь и никому не отдавать. К тому же существует риск, что кольца может застрять на чужом пальце. Так, стоит ли рисковать или нет, думайте сами. Я надеюсь, эта информация была для вас полезная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Люблю вас всех. Пока-пока.